Так, приветствую всех. Давно ничего не снимал. 10 декабря, 20 год. Закончилась эпопея с форелью. Как говорится в одном прекрасном произведении, мы счастливы. Сейчас начинаем все консервировать. Это садки вот поснимали уже. Раз, два, три, четыре, пять. Садки 10. В диаметре метров. Ячейка 14. И ячейка 20 глубиной от 6 до 10 метров. Вот теперь уже все стоит законсервированное, без рыбы. Это вот для погрузки такое у нас сталактиты. Теперь все это надо перевозить. Садки надо убирать, чтобы тут не оставались. Бросать нельзя, да и вообще цвет и материал как-никак. Ну и надо готовиться на следующий год. Поэтому вот так вот все это выглядит без рыбы. Каждый садок после разгрузки обязательно поднимается дель. Весь садок выбирается, подвешивается. То, что он же мокрый весь, он должен вымерзнуть. Все, когда он вымерзает, вот видите, еще не до конца вымерз, еще смерзшийся. Когда он вымерзает, обветривается. Потом он снимается, скручивается, убирается. Главное все поднять до краев. Все должно поднято. До самого победного, чтобы было ничего не страшного. Вот так вот все садки. Все, вот все. Это вообще еще смерзшийся. Ну, вот так вот. В общем, все. Полностью. Вот этот садок. Видите, вот растяжечки такие, вроде поднимаешь пока, замерзший, он становится колом, все красиво. Потом вымерзает, опускается, и вот он вмерз, вчера отливали. То есть выдалбливать опасно, поэтому проще отлить. Ну, иногда приходится выдалбливать, конечно. Все, такая вот песня, и вот так вот все. Все полностью законсервировано. Все, как только с садков убираешь рыбу, движение воды перестает. Какой-то барботаж более-менее. Тут еще рыба была пока. Здесь вот еще поплавки не сильно вмерзли. Вот они еще. Пока так. Вот пока у нас завершающий садок остался с рыбой. Вот уже заканчиваем. Маленькое осталось. И вот уже становится шуга, сало, кто как хочет называть. Все, то есть его сейчас только отгрузим, сразу надо весь ронять воду, чтобы все это оттаяло. Ну, хоть как-то вода 2 градуса минимум. И все, и тут же сразу поднимать, сушить его, морозить. Иначе будет беда. Вот оно уже пошло, это сало, все замерзает. Этот вот вчера разгрузили уже, вот он. Такая песня. Все, уже почти все закончилось. Этот вот тоже вчера разгрузили, уже вот ледочек стал. Опасный момент. Все, уже можно падать, не страшно. Сейчас мужики там уже садки снимают. Пойдем посмотрим. Так, понтоны сами. Они все вмерзли, бросать так нельзя, ледоход, да и тоже бросать нельзя. А! На перила вывесь его, он проэтывается. Промерзнет, да без разницы хоть где. Он промерзнет. Он еще во льду, да, весь. Все, все, давай, давай. Пусть вымерзает. Давай, давай, пусть вымерзает. Ну, все, вот получается вот так вот. Красота такая. Все, вот так получается. Думали, как их разбирать. Придумали. Благо поплавки сделаны умными людьми, не абы как. То есть вот он поплавок, одна секция. Сейчас там Андрей раскручивает, сейчас подойду покажу. То есть вот поплавок действительно сделан толковыми людьми. Вот его зона погружения. И она идет наискось. То есть вот видно. То есть лед растет, и он его выталкивает. В случае, вот сейчас как мы выбираем, это нам помогает. Видите, специально вот он и уходит. Вот эту бы сторону еще такую сделали. Вообще было бы отлично, потому что вот у кого зрение хорошее, видно, что вот эта сторона, она вот так идет. То есть она из этой стенки плохо выпускает. Поэтому сейчас покажу, что мы делаем. В принципе, получается все быстро, просто. И вот, вот так вот.
разбор. Потом спокойно погрузим на этот, как называется он, забыл, манипулятор, и увезем. Видите, вот опасно. Мы вчера выпиливали. Вот раскручиваем. Андрюха тут как будто что-то делает. Спит. Как будто что-то делает. Вот вот такая вот беда. Так вот и мучаемся. Вот. И вот. О, достались все, что ли? Огонь. Ну все, вот. Начали сначала пробовать откручивать, потом болты доставать, не получается. Получается, что вот эта секция вмерзшая, она держит. А это уже отдолбили, она всплывает. Все на этот, на зажим идет. Поэтому все раскручиваем, потом начинаем колпашить, разбивать. Сейчас покажу, может быть, если получится.